Линейки в День знаний прошли в ограниченном составе. В них приняли участие первоклассники и выпускники. Но от этого они не стали менее торжественными. Здравствуй, мы так скучали, школа, знаешь, говорим без лукавства. И вновь за парты с друзьями сядем. Учебный год мы начинаем, мерить и тетрадей. Торжественная линейка длилась всего полчаса. Нарядные первоклашки пели, читали стихи. В этом году в 21-ю школу их прибыло 113. Дети распределены в 5 классах. Из них в 2 классах с государственным языком, в 3 с русским языком обучения. Начало учебного года волнительно не только для школьников и педагогов, но и для родителей. Они переживают больше, чем дети. Сегодня у меня большой-большой радостный день. Мой внук пошел в 1-й класс. Я очень-очень рад. Я на 7-м небе сегодня, потому что бабушки нет. Я и за бабушку, и за дедушку. И поэтому желаю внуку открытую дорогу везде, чтобы доступно, чтобы учился на отлично. И чтобы нам приносила радость. После окончания торжества классные мамы повели первошей за парты, чтобы провести первый в их жизни урок. Новый учебный год ознаменован тем, что в школу возвращаются альпе и букварь. Этот учебный год знаменателен тем, что в этом году мы празднуем 30 лет независимости Республики Казахстан. С этим учебником букварь мы будем учиться вместе с вами на уроке по обучению грамоте. А сейчас, ребята, каждому из вас я раздам вашу первую книгу в стране знаний. Всего в школе номер 21 знания будут получать 845 школьников, из них 40 выпускников. По словам директора, в скором будущем, возможно, наполняемость школы вырастет в разы из-за строительства домов в 22-м микрорайоне. В прошлом году выпустилось 35 детей. Из них 18 сегодня обучаются на грантах. В новом учебном году прибыло 2 молодых специалиста. Больше 90% педагогов прошли вакцинацию от коронавируса. У нас установится здесь турникет. Договор заключен до 10-15 сентября. Вот они, как обещают, установят здесь турникеты. А так, в штатном режиме пока санитайзерами будем пропускать детей. У нас установлен ашык для педагогов. Посторонние лица в школу допускаться не будут. Родители все проинформированы. Школа готова на этот учебный год. Все санитарные оборудования, которые необходимы на учебный год, закуплено. Мы имеем возможность проводить занятия в офлайн режиме. Поэтому я считаю, что безопасность детей будет на хорошем уровне.